Здравствуйте! Сегодня мы хотим рассказать про нашу основную испытательную установку. С помощью нее мы испытываем петли, доводчики, защелки, замки и раздвижные системы. На первом посту сейчас проходит испытание новая раздвижная система Armadillo, а именно ролики с доводчиками. На следующем посту проводится испытание защелки, которая поступит в продажу, если успешно выдержит все нагрузки. А сейчас вы наблюдаете уникальные кадры испытания ручек Punto. Их не проводит ни одна компания. Они не заложены ни в одном стандарте. Это внутренняя разработка фирмы TradeLock. Спасибо за внимание. Обо всех наших установках мы позднее расскажем в отдельных роликах.